Различные меры поддержки, которые существуют в крае, помогают камчатцам не только найти работу, но и создать свое дело. Ярким примером служит Антон Шишов, который не смог найти работу после службы в вооруженных силах. Молодой человек зарегистрировался в Центре занятости населения Петропавловска как безработный. Там мне помогли открыть собственный бизнес, то есть помогли с регистрацией ИП, помогли финансово немного. На начальном этапе сумма, конечно, небольшая, но на начальном этапе хватило. Это было все сделано на безвозмездной основе, но под полную отчетность. То есть за эти деньги я перед ними отчитывался несколько лет, сдавал декларации, доказывал, что веду свое дело. То есть то, что деньги потрачены не зря. Так давнее увлечение автомобилями и широкий спектр специальных знаний позволили будущему предпринимателю приступить к созданию станции технического обслуживания. После того, как Антон Шишов нашел помещение для СТО, он обратился в Камчатский центр поддержки предпринимательства. Мы взяли кредит в центре поддержки предпринимательства Камчатского края, который курирует агентство инвестиций и развития предпринимательства Камчатского края. Поначалу льготные проценты, сумма небольшая, там в порядке 500 000. На эту сумму мы закупили оборудование, сделали там ремонт в помещении, как видите. Это нам, конечно, очень помогло для работы и развития. Через какое-то время мы этот кредит досрочно погасили и уже взяли следующий кредит уже на 1,5 миллиона. Сейчас занимаемся закупкой нового оборудования, чтобы двигаться дальше, чтобы развиваться, наращивать обороты. Сегодня дело Антона Шишова развивается. Появился круг клиентов, который постоянно расширяется, как и диапазон ремонтных работ и предоставляемых услуг. В планах у предпринимателя создать дополнительные рабочие места, увеличить на СТО количество диагностических и ремонтных постов. И для реализации задуманного молодой человек, как и ранее, намерен опираться на созданные в Камчатском крае меры поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности.